Скраббукинг и картмейкинг – это особая техника изготовления фотоальбомов и открыток. Хендмейд-штучки могут стать отличным новогодним подарком, считает героиня нашего сюжета Юлия Акинина. Девушка смогла заразить своим увлечением и мою коллегу Юлию Комкину. Скраббукинг и картмейкинг – в канун самого волшебного праздника звучит как заклинание. На самом деле это настоящее искусство – оформление фотографий в альбомы с использованием украшений – скраббукинг. А вот картмейкинг – это изготовление особых открыток. Юлия Акинина дарит людям праздник уже несколько лет. Поначалу в ход шло все, что под руку попадалось. Пуговки, тесьма и бечевка. Творила Юля скорее по наитию. Позже узнала о существовании золотого сечения и правила треугольника. Когда три элемента образуют треугольник, и они, получается, вот, допустим, на стороне треугольника лежит главный элемент. То есть вот это будет правильно. Если, допустим, два было бы, уже не смотрится. Научиться правильно комбинировать детали и сочетать цвета можно. Достаточно освоить профессиональные приемы. Поможет и чувство вкуса. Поэтому, если учиться всем премудростям нет времени, прислушайтесь к себе. А еще важно думать о том, кого собираешься осчастливить шедевром. Фото, строки из любимой песни, открытка станет эксклюзивной и уникальной. Делала я для девушки открытку. Она дарила своему парню, и она говорит, вот он увлекается мотоциклами, очень любит. Я фотографию мотоцикла вырезала прям туда, на открытку крупную. Музыкой девочка увлекалась, я и с нотами сделала, с пианино. К Новому году Юля подготовилась основательно и уже сделала множество милых душевных открыток. Кажется, от них просто веет теплом. Это было сделано дыроколом, с помощью дырокола снежинки. Это тесьма с помпончиками. Фантазировать можно бесконечно долго, никаких ограничений. Акриловой краской белой вот штампанула ромбики и просто вот так заляпала, как будто бы это снег. Это обычная бечевка. Стразины, ну и надпись распечатана на компьютере. Все, собственно, все просто. До Нового года остаются считанные дни. И если купить подарок вы еще не успели, самое время попытаться сделать его своими руками. Всегда подарок, который делает сам человек своими руками и от всего сердца, будет дороже, чем именно там пошел купил. Попробовать силы в кардмейкинге решили и мы. Стрекотание ножниц, шелест бумаги и позитивный настрой. Ничего сложного. Вот так буквально за несколько минут мы с Юлей нарядили новогоднюю открыточную елку. Теперь поместим ее на главное место. Приклеиваем. Остался последний праздничный аккорд. Так, сюда. Ну что, получился прекрасный новогодний подарок. Юлия Комкина, Алексей Еременко, телеканал «Сейм».